И всем привет, ребята, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу начать проходить игру под названием «Растения против зомби». Сегодня, ребята, наконец-то у меня просто появилось величайшее желание пройти ее на свой канал. Прям пройти, потому что я начинал ее проходить неоднократно, но не проходил до конца. Это какой-то капец, потому что до финала я не могу тупо дойти. Во-первых, из-за того, что у меня пропадало желание. Во-вторых, это из-за того, что у меня тупо сюжет, как сказать вам? Короче, вот когда я дохожу до уровня с бассейном ночью, тогда у меня почему-то какого-то фига вроде я туда дошел, да? Но у меня все слетело, это капец. Короче, ребята, я сейчас намерен просто пройти ее до конца на свой канал, потому что я ни разу не проходил. Так, все. Я себя, назвал уже Альфа, все. Так, начинаем. Адвенча, погнали. Потому что я хочу ее пройти уже капец как, ё-моё. Все, молчу. Так, Альфа Хаус. Так, все, начинаем. Так, 150 солнышек у нас, все, начинаем ставить, ребята, потому что я уже хочу наконец-то пройти нормально, это капец. Так. Ну и также не забывайте ставить лайки, тоже подписываться на канал, писать комментарии, нажимать на колокольчик, потому что тогда я поставлю субскрайб для вас ролики еще 100 раз много чаще, вы все это знаете. Так, ставим. Так, ждем. Давайте. 50 солнышек у нас нормально. Так, надеюсь, вы меня нормально слышите. Надеюсь, нормальную музыку тоже слушаете. И все отлично просто. Так. Давайте поставим 3-го гороха стрела. Если не ошибаюсь, то здесь я максимум ставлю 4 их. Да. Максимум 4 гороха стрела. Так, все, ждем. Раз. Ну да, в принципе, так и будет сейчас, я уверен. Еще 3 раза осталось собрать. Да. Так, по 25. Ждем, пока мы уничтожим всех зомби. Да, максимум 4 гороха стрела, как я и думал. Нормально. Все. Отлично. Собираем первую солнышку, так сказать. Растение. Так. Sunflower. Так, continue. Так, погнали ко второму уровню. Усё. Так. Хорошо. Так, ставим, ребят. Отлично. Так, все, собираем по-прежнему все, что надо. Так. Если не ошибаюсь, ребят, то я эту игру вроде проходил один раз на ПК. Вроде один. Ну, точно проходил, да. Я там доходил до босса того самого главного зомбаря, убивал. Да, он был на роботе каком-то там. Короче, я проходил всю игру. Там на крыше был последний уровень, если не ошибаюсь. Так, идем по 2 ряда подсолнухов. Так, пока что не будем ставить, будем копить. Хотя ладно, давайте поставлю. Так, вот так, все. Теперь нужно ждать. Так, я думаю, серия где-то по минут 15-20 где-то так будет выходить. Они должны были бы выходить у меня подольше, но так как у меня интернет не очень, я вынужден делать по 20 минут серии максимум. Так что как-то так. Все, теперь осталось только ждать. Только ждать. Ну, можем, конечно, вот так поступить. Можем. Давайте так поступим. Так. Будем тогда еще там ставить, отлично. Все, давай, здесь еще. Давай, давай, берись, ё-моё. Так. Хреначим всех. Всех и вся. Так. Все. Супер. 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 Ребят, так. По-прежнему насаживаем вот так вот. Угу. Так, все. Отличненько. 2 ряда гороха стрел и 4, ну почти 4 ряда подсолнуха. Так что нормально. Так. Ну, 4-й ряд не полный. Ну, сейчас будет полным. Так, все, горох острова куда? Сюда. Здесь будет 3 горох острова у нас. А тут мы ставим подсолнуха, все нормально. Так. Ждем. Все, вишенка, забираем. Отлично, 150 солнца настоит. Так,
Так. Черебам. Continue. ВАУ третий. Так. Зомби с конусом. Сейчас вроде... Нет, не вроде. Я думал, типа, что будут все у меня дорожки доступны, но, к сожалению, нету. Так. Прежде мы, как обычно, ждем. Потому что в начале уровня таки нужно. Если не ошибаюсь, ребят, то во вторую часть зомби я никогда не играл. Я там видел много летсплеев по ней, да и вообще видел скрины, саму игру. Ну и, короче, мне она не особо понравилась. Мне больше первая часть заходит, но, наверное, это из-за того, что я не играл во вторую, да. Так что как-то так. Да пока что не собираюсь. А там посмотрим, может быть, вы захотите, фиг его знает. Так что как-то вот так. Ну, зомбар, оба сразу двое, нормально. Раз-два. Раз. Так, давайте еще. Два. Так, отлично. Отлично. Будем делать тогда вот так вот, пожалуй. Я знаю, почему так делаю, ребят, не подумайте. Все нормально. Не переживайте, Грах Острела он не съест. Все будет отлично. Он не должен успеть подойти, не должен. Ура, как и думал. Это да. Так. Просто тупо ставим на то, что хватает. Ну, кроме вишни, конечно. Потому что если вишню поставлю, смысла нет, она взорвется. Так. Чуть только что на вишню не нажал. Так, а вот зомби с конусом меня напрягает. Потому что нужна вишня, скорее всего. Хотя нет, не нужна. Сейчас будет все отлично, ребят. Вот так вот сделаем, если что, на всякий пожарный. И все. Так, ставим теперь вот сюда. Берем вот так, вот так вот. Так, все. Если бы он еще солнышко не съел, было бы вообще отлично. Зараза такая, прожорливая зомби. Так, по три у нас на верхнем и самом нижнем ряду, а на среднем у нас просто два. Ну, теперь три, все нормально. Так, все. Супер. У нас уже 150. Легко. Легко получается добыть. Так. Так, все, ребят, все. Начинаем. Начинаем, ребята, действовать, потому что капец все будет зомби. Волна зомбаков, давай. Финал, вай. Давай. Раз. Два, три. Пум. Ну там, правда, один зомби, но ё-моё, ну какого фига ты всю малину испортил? Все, забираем наш стенарий. Так. Вау, над, короче, похер, я английский не знаю. Так, все, плей, четвертый уровень, погнали. Так, все, давай, сейчас у нас будут все дорожки, да? Да. Так. Плент, все ставим. Плентим, ребят. Четвертый левел. Нормально. Я думаю, ребят, серию прости против зомби пускать одну в день хотя бы. Хотя бы одну в день. Ну, 2-1. Где-то так. В день. А там посмотрим. Угу. Так. Остается только ждать. А вот там, ребята, можно бы поставить было сценариях, но я не поставил, где Грагарстрел был первый. Так, вот так делаем. И вот так. Все. Так, защищаемся, ребят, защищаемся. Можно было бы сделать как-то по-другому поиграть, что ли, типа, по-другому ставить. Но пока что еще так не понял, как это можно было бы сделать. Ну, я подумаю, ребят. Я обязательно подумаю. Вот там, в самом низу, ну как, в самом низу там, короче, перед самим низом зомби идет, блин. Я думаю, сейчас вот так сделать, вишенку, наверное, поставить или что. Хотя, как его знают. Нет, не будем ставить, потому что я не хочу рисковать своими солнцами. Мне и так их мало. Пацаны, сценарий их нужен, обязательно. Минимально будет у нас так. В принципе, нам хватает 300 у нас очков, нормально. Все, можно поставить вот так даже. Вот так. И все. У нас тем более еще даже остается. Супер. Такс. Идем вот так. Все. Вишенька. Все, ребят, ждем.
Ждем. Давайте, куда ее? Сюда, что ли? Давай сюда. Пум. Нормально, все. Собираем, пофигу. Блин, братан, ну убейте этого зомби, ё-моё. Все. Лопата, ребят, собираем. Да. Так, сейчас будет нас обучать, как пользоваться лопатой. Так. Давайте, ребят. Так. Идем вот так. Да иди ты с своим обучением, давай. Так, собираем. А вот так вот нужно. Хорошо. А вот так даже можно. Ну. Да ё-моё. Вот так. Все нормально. Так, все, пошел уже. Пошел в одно место. Так. А сейчас будет еще, короче, обучать, типа, боулингу. Ладно. Протяни мне этот уровень, погнали. Пока что особого такого ничего нету здесь. Так что просто играем. Так. Ну, честно, ребята, не собираюсь для некоторых объяснять тех, кто не знает, потому что их очень мало. Типа, объяснять для тех, типа, кто не знает, что здесь нужно делать, типа, все такое в этой игре. Потому что практически все знают, что делать в этой игре, алло. Потому что, и поэтому я не объясняю, да. Что именно нужно делать здесь. Так, а вот сюда не помешало бы запустить. О, хорошо, так запустил вообще смачно, сочно. Нормально. Запускаем, раз и два. А вообще я раньше серию делал про 7 против зомби, вроде 60 FPS, если не ошибаюсь. Ну а это видео, к сожалению, не 60. Так что как-то так. Идем так. Нормально. Не нормально. Запускаем сюда. Ладно, 3 зомби нормально тоже. Опа! Твою мать, увернулся, ну какого же ты фига? Так, минус 3 зомби, нормально. Блин, опять взрывная взрывчатка, я в шоке. Опять! Может быть это судьба? Ладно, пофигу, ставим сюда. Давай сюда. Все, осталось, ребят, последние зомби, давай. Самые такие жесткие, так сказать. Так. Ох. Итак, ребят, все, последний зомби, давай. Давайте, ребят, все. Отлично, собираем за 25. Вот эту мину, все. Так, potato mine или мин. Короче, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых видео, ребят. Пока!